Ребятки, всем доброе утро, всем привет. Вышли мы на улочку. Вот это задний ход. Вход, выход. Смотрите, кто пришел. Эй, Кися! Кис-кис-кис-кис. Умываться пришла ко мне. Чувствует, что здесь сидит кошачья душа. Я не знаю, она в прошлых жизнях все время была кошками. Кошкой. Потому что я вот кошек, ребятки, я их просто обожаю. Я вот кошка, знаете, ребятки. В жизнях я была вот кошка-кошкой. Я их просто вот... На мусорке будет сидеть кошка, я не остановлюсь. И какая... Она что, беременная, что ли? Или что? Или лишайная, не знаю. Кто ты, девочка? Тебе как зовут? Кш-кш-кш. Ты какая хорошая, тебя, наверное, Мусенька зовет? Муся! Кс-кс-кс-кс. А здесь, ребятки, этот леса везде, видите, лес. Тут лес. Сейчас, наверное, отсюда лоси. Тут, говорят, ребятки, лоси выходят, даже бывает на дорогу. Ой-ой-ой. Тебе как зовут, Мусенька? Ты видно, что девочка, мордашка? Так, вот сюда нельзя, то нам потом кирдык-пердык сделать. Видите, этот выход на улицу. Ты откуда такая? Ты откуда такая хорошая? Я тебя не могу нагнуться, погладить, потому что у меня спина. А я вот как рыцарь, ребятки, хожу. У меня этот пододеяльник на мне. Видите, рыцарь в доспехах из пододеяльника. Вроде бы этого дождя нет, но вчера тоже так было. И солнце, и дождь, и все подряд. Аж проливной вчера был дождь. Вот, мы вот здесь находимся. Здесь. Какой здесь климат все-таки, ребятки? Надышаться невозможно. Как мы от этой жары просто уже не можем. Вот и девочка. Муся! Кс-кс-кс. Мусенька! Мусенька! Мяу, Мусенька! Мяу! Покажи мордашку свою красивую. Купается, купается. Так, мы утром проснулись уже. Уже время сейчас предостаточно. Я вам показывала комнаты, шмомнаты. Тут целый этот... Я, знаете, что я, ребятки? Вот тут два этажа, вот дом. Спускаться-то ладно. А подниматься-то... Это ведь целый квест. Я говорю, на будущее, да? У нас не будет дома двухэтажного. Это когда... Ничего нигде не болит, тогда хорошо. А подняться как? Вот все комнаты на втором этаже, а здесь идет кухня. Там, ну, сауна. Я показывала вам уже. Там душевая, туалет. Как-то вот так, ребятки. Вот тут видите, как свет вот этот вот. Я не знаю, тут будет вот такая вот штука. Телек. Мы его не включали вчера, как приехали, так и вырубились. Вот. Поели. Вот такая здесь аватар. Ёкарный бабай. Сейчас приготовим завтрак. Дети будут здесь, а мы с Саней поедем к маме. Что у нас здесь? Курица вот эта осталась. Это уже выкидывать надо. Так. Фу, надо ее выкидывать. Вчера пельмени варили. Господи. Так. Морозилка работает. Холодильник не воняет. Мы взяли вот такую штуку. Видите, как я отпираюсь об диванчик здесь. И этот, что, микроволновки. Надела Ромину толстовку. А то неудобно в пододеяльнике ходить. Так, что здесь? Как зомби-апокалипсис. Ну, очень камера передает тьму. Ну-ка сейчас. Вот так, ну видите, все тут это... все летает, моргает. Вот такие, видите, взяли. Ну, короче, сейчас микроволновка есть, здесь все есть. Кухня, смотри, даже что творится-то. А? Шкафчики, мавчики. Посуда, масуда, все есть. Все здесь есть. Видите, как здесь? Вот так вот. Все. И вода, и шмода, и все. И тамада, если надо.
Сейчас микроволновку все это. Сейчас придет Саня. Я не знаю, как ей здесь пользоваться. Чайник наберу воду. Так, а как ее здесь? Ну, тут надо отключать камеру, потому что вот эта пипирка работает. Да. Так, да? А может им сразу вот так подрезать, вот так, все, чтобы они раз раскрыли. Что они там будут вот это? Ну, смогут, господи, не маленькие. Чтоб так они там не разварились, Саня. Это я выкинуть. Сколько здесь минут? А? Ну, короче. 3 минуты. 3 минуты, ага. Вон мусор вот сюда. Давай. Вот так. Ух. Дети там завтракают, едят, а мы к маме. Вода. Что-то здесь ремонтируют, чистят. Фу, машина здесь стояла, так нагрелась. Прям тепло. Ой, что там у нас? Авторские права, музыка. Значит что, мы вчера заехали, мы бронировали на 8-е, это герпес. На 8 августа мы бронировали, ехали, а во время пути нам сказали, что маму на пару дней резервная палата. Вот то, что мама лежала, сейчас вот сегодня второй день. И сегодня нам сообщили, что все освободилось. Одно место в двух как она называется? Палата двухместная, да. И с мамой будет лежит женщина. У нее была операция, перелом шейки бедра. И вот все у нее там, слава богу, срослось. И ей нужно учиться ходить. Но там ей, этой женщине, дай бог здоровья, ей помогут. Это мы точно знаем, ребятки. Там после операции, знаете, сколько много людей. И вот нам показали палату. Вот у нас через интернет. Самое главное, чтобы мама могла вставать с кровати по правую сторону. Это очень много не по левую сторону, а по правую, что мама здоровая правая сторона. Вот. Так что сегодня мы переезжаем в двухместную палату, потому что там это резервная палата. Я говорю, все-таки вдвоем веселее, да, и резервная, там внутри нету ванны и туалета, он находится не в палате. Но это опять-таки резервная на 1-2 дня, нам это уже объяснили. Это резервная, она сколько? 22 600. Двухместная палата, человек, койка стоит 25 500 в сутки. Вот как выговорил. Все, а мы едем к маме. Ну, как удобно здесь магазин. Смотрите, как красиво, ребятки, лес и небо. Воскресенское село или поселок Воскресенское. Вот. Здесь поселок. Все. Поселок, да? Сразу здесь все. Леса. Ну, вообще... А подожди, это Воскресенская, это мы где жилье снимаем. Вот, туда еще надо доехать до мамы. Ну, вот так вот, ребятки, едем. Дождика нету, тепло. Машин валом. Саня говорит, наверное, собирает грибы. Ну, чтоб хороших сборов. Мы еще те грибаки или кто, грибоеды, грибосборы. Мы в этом не шурычим вообще от слова совсем. Наверное, за грибами. Лесные поляны написано. Я боюсь, ребятки. Я лес боюсь. Мне всегда кажется, медведь сейчас как догонит. А куда? На дерево не залезешь, он вперед тебя залезет. Вот, видите, везде на обочине стоят машины. За грибами, ребятки. Смотри, а там... Ой, страшно. Страшно прям там внутри так. У меня сразу, как я вижу лес вот это внутри, у меня сразу фильм ужасов «Поворот не туда». Что ты смеешься, да? Вот у меня такая картина Репина. Из-за этого, наверное, они дорогие грибы, да? Ой, мамочка. Из-за этого, наверное, грибы дорогие, да? Потому что там страшно. Может, человеческая жизнь подвергается медвежьего нападения. Ты понимаешь, риски какие, да, собрать грибы? Вот они и стоят 8,5 тысяч килограмм. Ладно, ребятки, едем. Вот мы и приехали.
здесь не ловит интернет, здесь не ловит телефонная связь, просто позвонить. Здесь ее нету, здесь леса. Здесь просто природа и леса, и свежий воздух. Вообще ноль, Саня, связи ноль. Вообще ни телефона, ничего нету. Ничего не ловится. Вот там усадьба. Вот что за усадьба? Там, говорят, была такая усадьба, но она не работает. Но потом там можно жить людям, кто вот привозят на лечение своих родных и близких. И вот видите, там вот написано усадьба. Там, короче, нет никаких видно условий. Куда-то туда полкилометра. Ну там, говорят, 2000 вроде бы за комнату, что ли. И в том, что это удобно близко здесь. Но не знаю. Сказали, вот, позвоните, узнайте. Раньше, видно, работало. А сейчас я не знаю, есть там свет, есть ли там чайник, чтобы воду вскипятить. Надо вообще сейчас от мамы будем, когда ехать, проехать, спросить, да, посмотреть, что это. А? Давай заедем, посмотрим. Интересно, там леса прям, ребятки. На всякий случай узнать. Узнаем, да. Может, и кому-то тоже будет полезно. Да. Вот три сестры прямо, еще вот 150 метров, а усадьба видна здесь, да, наверное? Есть? Вот это и есть усадьба. Видишь, она там за забором. Помнишь, мы гуляли? Ну да. Там ее не обойти. Да, чья это усадьба? Кого это усадьба? Там, ребятки, как будто, знаете, это лагерь еще советских времен, да? Пионерский лагерь, где-то вот он, я не знаю, времен, ну, динозавров, наверное, да, Сань? А? Там даже такое все, заброшенки много. Деревья валяются на беседках, прям беседки такие хорошие, такие, а на них деревья лежат. Вон, видишь, там что-то как будто это. Я такие вещи боюсь, ребятки. Ну, может, это и есть. Ну, наверное, он и есть, но я не знаю, что там. Там ничего нет. Зайти посмотреть. Как? Ну, мы уже здесь, ребятки. Мы приехали. Вот здесь, наверное, столовая. Да, да, да. Вот этот блок, он столовая. А там нельзя тормозить. Там только для работников видно. Здесь вот местечко есть. Ой, смотри, Саня, столб. Мы выйдем обратно? И лес. Гостевая парковка. Вот она здесь. Везде вот такой лес. Такие деревья, ребятки. А мы там, помните, в Геогинской там у молзавода шишки собирали. А потом пошли в другое место. Куда-то пошли, в какой-то лес Геогинский, ребятки. Видели? Там собирали. Так, все, маму перевезли в нормальную, в другую палату. Так, все, мы же говорили, что это все временно было. Один день. Мамы там уже нету, там все. Так, а здесь что? Так, куда? Даже психотерапевт, весь Красная Горка палата, именины палата. Ребятки, всем привет. Книги. Медведева. Пошли. Там ресторан. Скорее всего, мама обедает, наверное. Ну, давай посмотрим. Палата Анюта. Палата Беседа. Это произведение Чехова. Палата Вишня. Палата «Госпожа», «Дорогой гость». Все это произведение Чехова. Палата «Единение», «Жасмин», «Забава», «Крыжовник», «Интеллигент», «Любовь». Палата интенсивной терапии. Только Рустама и со мной кушала. Он говорит, я тебя найду, не переживайте, Анатолий. Я говорю, я знаю, Рустам, я в одном месте, а сегодня в другом.
А что я не знаю, где я? Да, нам менеджер Вера сказала, что переводят в хорошую палату, с тобой хорошая женщина лежит. Любочка, вместе будет. Как ты, Любочка? Да? Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. И будешь общаться, будешь смотреть телевизор. Видишь, здесь все. Такая же операция, как хотели мне делать. Какую тебе операцию? Тебе ни операцию никакую не хотели, хотели делать? Хотели. Где? Как скажите? Тазобедренный сустав у меня. А у тебя-то не тазобедренный. А это теперь, ну, я сказала. А нет, у нас не хотели. У нас перелом позвоночника и перелом седалищной кости. Оно должно срастись. Оно должно срастись. Лежать полтора месяца вот в виде лягушки, ноги вот так и под коленки. Сейчас ей так лежать. Нет, все, уже мы сделали компьютерную томографию, все уже хорошо. Сейчас только вот реабилитация. Реабилитация, да? Подниматься, двигаться, потому что мышцы застоятся и потом вообще не встанем. Так что у тебя. Я сегодня это была в спортивной. Ой, да такой мастер хороший. Ярослав у тебя? Да. Он культурист, ты видел, какой он здоровый? Да, Кали, ты видела? Ну, мы вчера с Петром договорились. Врач сказала, чтобы ты пришла. Да, подойдем сейчас к врачу. Ага. Что еще сегодня делали, какие процедуры? Он мне говорит, может, какого-то другого. Я говорю, нет. Ярослав говорит, будем до конца. Он говорит, ты будешь ходить. Вот, ой, сегодня и ручку проверил, и эту. И ножку. Да, и ножку. Что говорит? Сказал, будет ходить. Да, будет я ходить. Смотрю, купальник здесь лежит. Почему? Так оделись, ну? И пошли делать этот. А тренер говорит, не у вас, а завтра. Завтра бассейн, да? И опять давай убирать. И пошла в ресторан. Да. В ресторан покушала и не знаю, куда идти. Запомнила только Рустама. Ага. А со мной мужчина, я говорю, как вас зовут? Анатолий. Анатолий, говорю, я потерялась. Он говорит, не переживайте, я вас найду. Вот у тебя вот такой красный ободочек, да. По нему видно сразу, что человек просит помощь. Это тебе уже на сегодня сделали, да? Расписание. Это на завтра. Так, подожди, сегодня... Это на все дни пока. Пока вот, все. Да. Это на завтра. Так, значит, что у нас? Ежедневно с 8.35, 09.05 медицинский массаж. Так, подожди, мам, завтрак. Занятие с логопедом, диагностика. Да. Так, завтрак в ресторане, в номере. Занятие с логопедом в номере идет. Медицинский массаж. Дальше ежедневно физическая терапия, индивидуально. Так, подожди, имя специалиста. А почему у тебя идет ЛФК Сергеев? Александр Сергеев и Дмитрий Морозов. Почему Ярослава здесь не записан? А, вот, Ярослав Калита, физическая терапия. Все, поняла. Он меня спросил. Все, так, дальше идет в час до полвторого обед. Обед в ресторане, правильно, в палате не надо. Бассейн, гидромассаж, занятие на... Ага, мотомед, это супер, помнишь? Ну, так, физическая терапия. Вот, Ярослав Калита. И двигал меня. Прогулка. И вот так позвоночник по 12 раз. Физическая, так, 17.45, ага. И заболел. Так, ужин, ноги. Эрготерапия, говорит, Наташа делать. Будет. Отлично, в номере. Видите, как все расписано. Предусердие нельзя. Что нельзя, не поняла. Предусердие, когда долго делать, и он говорит, это нельзя. Какое предусердие? Я говорю... Травматолог сказал сделать, вот так показала. Да. И потом на второй день у меня ноги так болели. Ага, да. Он говорит, так нельзя делать, много нельзя. Потихонечку, говорит. Да, да, да. И все. Угу. Что вам на обед давали, что ела на обед? Ой, этот... Тима солянки. Солянка. Ага, но она не солянка. Грибами и... А, ага. А на сегодня, вот. На второе что? А на второе рис и картошечка. Я картошечку все съела, а рис ничего. А мяско что-нибудь было? А? Как это рис и картошка? Тебе принесли два гарнира. А что-нибудь было к рису, к картошке? Мясо что-нибудь? Рыба, птица? Картошечка с чем была? Просто вареная картошечка, жареная? Нет, она была с... С овощами? С этим, с маслом сливочным.
А так? А что-нибудь мяско, шмяско такое? Нет, нет. А потом было бокал компота и была типа тортика. Угу. Я все съела. Угу, угу. И попила. А на завтрак что давали? А на завтрак? На завтрак съела... Вспоминай. Каша? Нет. Я забыла. Но вспоминай. Это память. Вспоминай, что ты ела. Забыла. Что пила на завтрак? Чай? Чай попросила. Хлеб давали? Масло? Что-нибудь? Яйцо? Масло, но я не брала. Ага. Еще что? Потом что же было? Угу. Вспоминай. Эту булочка там была, колбаса. Угу. Круассан, да, наверное, с ветчиной? Да, круассан и была... Зелень. Лист салата. Ага. Здесь хорошо в палате, да, Сань? Угу. Ага. Ну, хорошо. И когда пришла, которая наш встретила, угу, нас, ага, а мальчик... А, самое главное, Никитку я тебе скажу. Что Никитка? Никитка сделал мне кардиограмму. Никитка сделал? Надо же, да, молодец теперь какой. Теперь 4 раза колол этот сахар. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы обедали? Обедала. А это кто? Я медбрат. Медбрат? Да, меня зовут Сирен. Я первый раз вас вижу. А я мы тоже что... вас первый раз вижу, Вера Григорьевна. Вы же с другого поста к нам приехали? Да. В тренировной. Мотомед делала? Да. Мотомед сидел? Сейчас. Сейчас будет мотопед. Да. Да, у вас 15:30 будет сейчас занятие. Да, сказал Рустам. Я, говорит, приду. Потом у вас прогулка будет с 5. Да, полшестого. Ага. Вот после прогулки у вас ужин, но вы сразу не идете в ресторан. Вам сначала мы сделаем сахар, померим сахар, да, а потом вы пойдете. Молодец. Скажите, пожалуйста, а что значит, смотрите, физическая терапия индивидуальная? Вот у нас ведет Ярослав, а вот эти мужчины, кто это? Почему столько много разных? Можно нам, чтобы один Ярослав проводил физическую терапию ЛФК? Нет, это с 10 августа будет ежедневно. Будет заниматься. Это у вас ежедневно. Ну, Ярослав очень... А можно нам Ярослава оставить, чтобы он с нами только, да, занимался? Да, он такой серьезный. Потому что он же изначально будет видеть прогресс, да, вот с чего начинают и вот как вести, но дальше. Нет, у них там идет обсуждение, они все потом вот это на своих 5 минутках, они это все обсуждают. Угу. Это все надо обговаривать. Ага, сейчас обговорим. Хороший, да. Мама, да, говорит, как зовут? Цирен. Да, мама говорит, в общем, верить. Царь. А? Мама говорит, как зовут? Цирен. Мама говорит, значит, царь. Будут царя называть. Ну, как тебе сегодня первый день? Ну, нормально. Нагрузки? Ну, нагрузки нормально. С тобой только Ярослав занимался? Другие не занимались? Еще приходила это... Не, логопед. Угу. Ну, с логопед поговорили, спросила, что я как-то делала. Делала, говорю, чтобы мозги. Угу. Ну, она спрашивала. Угу. А смотри, у тебя Ярослав с тобой занимался. Раньше еще кто-то занимался с тобой? Еще Саша. Саша, а почему Саша, а потом Ярослав? Почему разные? Раньше, минут 10. А Саша хорошо с тобой занимался? 13-10. Хорошо, но... Не знаю, но вот этот лучше. Ярослав? Да. Но он на культуриста, видел, какой там огромный? Я говорю, Ярославчик, мама сказала, чтобы был здоровяк. Он говорит, нет, это не надо здоровяк глядеть. Он говорит, маленький, да, говорит, удаленький. А, угу. Я говорю, у нас так, говорю, есть, ну, удаленький. Да. Ой. Мой, говорю, зятёк, самый лучший, говорю, маленький да удаленький. Я теперь всем ему говорю. Ага, он, говорю, мой самый лучший сынок. Ага. Любишь Саню?
Саню любишь? Люблю. Я за его душу, за его добродушие. Все. Нет, мы сейчас придем, к врачу сходим. Ага. Переговорим с врачом. Пойдем. Что здесь? А то тут врач сказала подойти, да? Угу. Лифты такие огромные, да? Ну да. 1000 килограмм. С колясками же. Ну да, тут даже и носилки залезут, да, Сань? Мы же с каталками, помнишь, первый раз? Первый раз приехали, да. Первый этаж. На каталке. К нам к Татьяне Алексеевне. В прошлый раз показывали, ну, в 22-м году мы приезжали, вот эта эрготерапия здесь. Смотрите, выращивают овощи, кабачок здесь, помидорки. Учатся вот это все, помидорки. Это не просто для, там, это чтобы люди развивали. Эрготерапия, да, ребятки, это все эрготерапия. Смотрите, знаете, что я люблю помидоры? Когда вот эта зеленушечка, ребятки. Ой, сразу натуральный помидор. Не тепличный, который с магазина. Вот, смотрите, все это выращивают. Видите, как красиво все. Сейчас тебе включат телевизор, да? А? О, телевизор, ну, чтобы смотрела. Что-нибудь интересное. Вот. Мотомед. Мотомед? Да. Ну. Получается, мам? Получается. А ручку еще надо будет потом сделать, чтобы ручку тоже сделали сюда? А ее тут... Сначала ноги, потом руки. Этот царь. Царь сделал? Царь? Нет. Рустамчик. Рустамчик сделал. Да. Это мы из дома привезли. Да. Угу. Все отлично, да? Да, он сделали. Ну вот. Вот так разрабатываются ножки потихонечку. У тебя одежду чистую, да, одели? Это в стирку, да, забрали? Да. Ну вот. В стирку забрали. Молодец. Ага, что в обед? Ходила? Да, ходила. Ага. Я тебе сказала. Да, ты говорила. Так, мотомед. Занятие на аппарате мотомед. 15:30, 15:55. Значит, отдельно руки, потом ноги. Сейчас посмотрим. Мама! Держи водичку. Мам, водичку держи, попей. Позанималась, попей. Сейчас будем заниматься с Ярославом, слышишь? Потом с Дмитрием. Ты увидишь, Ярослав, как он работает. Я увижу сейчас, как работает Ярослав. И другие тоже так же работают, мам. Здесь все молодцы. Да.